Всем привет, с вами Дривар. Ну что, я вам обещал второй видос по поводу этих новых юнитов, по поводу этих клонов стрелка. И, соответственно, в данном видосе я буду сравнивать чисто сравнение этих клонов стрелка с нашими обычными солдатиками. То есть, мои солдатики имеют чуть левел выше, но они не плодятся. Соответственно, я думаю, что они прям максимально будут нивелировать. Соответственно, будут три атаки. Три атаки клонами стрелка и три атаки солдатиками моим максимального левела на конструктор Хаммерман. Там одинаковые базы, условия будут максимально идентичными, и, соответственно, мы вместе с вами, вы проверите, кто же будет лучше. Ну, я на самом деле думаю, что это, конечно же, эти клоны стрелка будут лучшими, потому что, их в 4 раза больше. Короче, давайте проверять. Я сказал, что будет 3 атаки. Соответственно, первая база — это будут все пулики. Абсолютно вся база застроена пуликой. Вторая — это будет мортиры. И третья — огнеметы. Почему такие защитные сооружения? Потому что это самые-самые жесткие защитные сооружения против солдафончиков. И, соответственно, мы проверим. То есть, если поставить пушки, вы понимаете, или пушки бум, так солдатики снесут и не заметят. А вот так это уже интересно. Смотрите, все пулики доктора Кавана, наверное. Ну, окей, доктора Кавана выпускать буду, способности канонерки использовать не буду. И, соответственно, проверяем. То есть я высаживаю вот, наверное, вот так. Сейчас проверим. Точно так же буду высаживать и наших обычных солдафончиков следующей атакой. И проверим, докуда они дойдут, сколько они смогут пройти. Доктора Кавана использовать способность не буду, для того, чтобы эксперимент был максимально четким. В конце я посчитаю, сколько же защитных сооружений пройдут те либо другие. Я уже понимаю, что они не пройдут все. Как бы они сильно не старались, у них точно ничего не получится. Хотя идут, если честно, достаточно неплохо. Мне кажется, подиспользуя где-то шок, либо подиспользуя где-то критеров, либо даже хотя бы способность доктора Кавана, большая вероятность того была бы, что они бы дошли до самого конца. Короче, Я считать, наверное, не буду. Визуально это чуть ли не половина всех защитных сооружений, всех пуликов. Ну, визуально вы запоминаете вот так. Следующее, сейчас мы увидим на солдафонах сразу сходу, и, соответственно, там будет понятно, кто кого. Точно так же выпускаю в ряд, точно так же доктора Кауна, и сейчас проверяем, докуда они дойдут. Предыдущие забрали, плюс-минус, я думаю, где-то, процентов 40, 45 они точно забрали, может быть, даже реально половину. Сейчас проверим, сколько же справятся обычные солдатики. Но не справятся они вообще, все, нет, там, именно поэтому я даже не считал количество защитных сооружений, именно поэтому я не высчитывал ничего, потому что солдатики вообще не справились с пуликами. Хоть и демажа чуть больше, хоть хпшки чуть больше, но вы понимаете, то есть два неполных ряда они смогли только пройти. И это только первый эксперимент, это пулики. Но сейчас будем проверять на мортирах. Теперь уже первыми пойдут солдатики, обычные солдатики, будем проверять их, точно так же в ряд высаживаю. И сейчас, если честно... Ладно. Я было хотел сказать, что они вообще не пройдут, но нет, все-таки что-то да снесут. Давайте. Хотел было подиспользовать способность доктора Кавана, но потом подумал, ладно, это вообще будет нечестно. Нет, плюс-минус точно так же, как и с пуликами. С огнеметами же будет вообще жестко. Просто я огнеметы оставил на самый конец, потому что понимал, что это самые-самые жесткие защитные сооружения будут. Ух, три ряда, что-то 2,5 ряда плюс-минус могли забрать обычные солдатики. 2,5 ряда. Запоминаем, сколько они снесли. Так, теперь вторая атака на базу с мортирами. Высаживаю этих клонов стрелка, и сейчас будем наблюдать, что будет в этот раз получаться. На самом деле, от любой бомбочки мортиры клоны стрелка второго и третьего порядка будут умирать моментально. Просто тупо моментально, потому что демеджа у мортиры гораздо больше, чем хп у второго и третьего клонов. Так, пока они снесли ровненько столько, сколько снесли предыдущие солдатики, а теперь уже пошли дальше. Теперь уже пошли в большую сторону и даже четвертый ряд затронули. На самом деле не намного больше, то есть на пуликах разница была реально существеннее. Прям раза в 2, а то в 2,5 существенная. Здесь,
Нет, там ладно, там даже не в 2, там, наверное, раза в 3 существеннее было. А здесь, вот здесь, может, плюс-минус полтора, два ряда, даже не полтора, полтора раза, может, больше. Ну и последний, самый главный эксперимент, это, конечно же, огнеметики, которые, мне кажется, вообще камня на камне не оставят. И вот сейчас будет самое интересное, докуда, и смогут ли они вообще хотя бы что-то сделать. Первое, это клоны стрелка, сейчас пойдут на эти огнеметы. Следующая атака, это обычные солдатики. Ну и после этого уже можно будет подводить плюс-минус какие-то итоги. Не, кстати, между прочим, я думал, огнеметы вообще их с берега. Вот честное слово, я думал, огнеметы их с берега просто не выпустят. Просто тупо на берегу и захерячат. Точно так же, как Хаммермана, когда мы выставляем на берег огнеметы, котлы. Короче, вот этот весь максимальный деф, который может убивать солдатиков. Не, между прочим. Плюс-минус, как и на мортирах. Вот, ну, может быть, не один-один здание, может быть, на одно-два меньше. Но реально плюс-минус точно так же, как и с мортирами. Но теперь этот же эксперимент, но уже с обычными солдатиками. Посмотрим, докуда они, может быть, их не выпустят. Может быть, реально их огнеметы не выпустят с берега, и они просто здесь и подохнут. Сейчас проверяем. Шоки снова не бросаю, способность не использую. И наблюдаем, докуда они дойдут. Третий ряд точно начали. Нет, все. Ну, до четвертого нет. Мне кажется, побольше, чем мортиры они снесли. Побольше, может, даже, чем пулики снесли. Ну, хотя, может, и нет. Нет, на самом деле, наверное, не побольше, чем пулики. Побольше, чем мортиры, но в целом гораздо хуже, чем клоны стрелка. Ну что, я, наверное, ни для кого не открою Америку, сказав, что клоны стрелка гораздо круче, чем обычные солдатики. При том, что я проверял на массовых зданиях дефа, которые реально против стрелков, ну, супер-мега крутые. Если бы проверят на снайперках, пушка-бум, пушках обычных, то результат был бы еще круче, и эти стрелки бы, клоны стрелка бы выносили вообще просто на раз-два, потому что их в 4 раза было бы больше. Соответственно, если вы гоняете обычными солдатиками, если вы гоняете обычным миксом, то легко просто на раз-два можно заменять этих клонов стрелка, пользоваться и играть ими. Потому что, ну, по стоимости они плюс-минус одинаковые. Просто вот тупо по стоимости максимально одинаковые. Соответственно, вы переплачивать за них не будете, а профита от них гораздо больше. Если вам понравился данный эксперимент, если вам понравился данный видос, то, конечно же, прожимайте лайк данному видео, подписывайтесь на канал и пишите комменты. Ну, а с вами был Андрей Вар. Всем пока! Thank you.